В ноябре на 6,6% выросла величина прожиточного минимума в Северном Казахстане. Исходя из минимальных норм потребления, она составила 19 519 тенге, в то время как стоимость продовольственной корзины – 11 711 тенге. Индекс потребительских цен в этом ноябре по сравнению с декабрем 2015 года составил 106,8%. Цены на продовольственные товары выросли на 6,8%, на непродовольственные – почти на 8,5%. Платные услуги стали дороже на 5%. Незначительное повышение цен в нашей области отмечено на яйца, фрукты и овощи, алкогольные напитки, табачные изделия, соки, сахар, кондитерские изделия, молочные продукты, хлеб и крупы. Прирост цен на моющие средства составил почти 5%, на бытовую технику – около 2%. Дизельное топливо в регионе подорожало на 8,6%, бензин – на 2,6%. А вот проезд с железнодорожным транспортом подешевел на 2%.